период новогодних праздников Одинцовский волонтерский центр «Единой России» не прекращал работу ни на один день. Местные волонтеры помогали медицинским работникам, выполняли заявки и просьбы жителей, а также поздравляли на дому ветеранов Великой Отечественной войны в рамках партийного проекта «С Новым годом, ветеран». Московского городского округа от наших депутатов поздравляем вас с наступившим Новым годом, с предстоящим Рождеством. Вы большой молодец, мы желаем вам крепчайшего здоровья, чтобы вы нас радовали. Вместе с депутатами окружного совета от «Единой России» волонтеры продолжили акцию «Спасибо врачам». Добровольческая команда навестила медиков, которые и сейчас продолжают лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Медперсонал клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде и Никольское подразделение Одинцовской областной больницы получили в подарок 200 килограммов мандаринов, по 100 в каждое из двух медучреждений. Сейчас уже праздники прошли, а врачи у нас работают круглосуточно, и поэтому сегодня мы им привезли мандарины. Нас не забывают, поздравляют медицинских работников, которые работают с ковидом напрямую в далеко не легких условиях, но мы стараемся. Вот. Поэтому очень благодарны, что нас помнят. Игрушки, фрукты и овощи, сладости многодетным и малоимущим семьям округа волонтеры доставили немало замечательных подарков. Главная цель новогодних акций – дарить добро и доставлять радость, прежде всего, детям. Выражаю огромную благодарность сотрудникам партии «Единой России» за то, что нас пришли, поздравили с Новым годом, Рождеством, подарили кучу подарков, фруктов. Одна из самых волшебных новогодних акций – «Елка желаний», в рамках которой единороссы вручили детям 24 подарка. Елку, установленную в местном штабе партии, украсили открытки с желаниями детей. Депутат, снимавший с веток такую открытку, становился Дедом Морозом, исполняющим заветную детскую мечту. Каждый ребенок хотел бы получить к Новому году подарок. Родители это будут делать в школах, это будут делать, но подарков много не бывает же. Волонтерский центр «Единой России» Одинцовского городского округа продолжает свою работу. Связаться с ним можно в будни с 9 до 18 часов по телефону, указанному на экране.